Так, пошли мы, говорят, Роман приехал. Угу. Вот тут свет горит. Сегодня у нас 3 ноября 2016 года. Время у нас, сейчас скажу, 8:00. Отойдем. Скользко на улице. Сейчас вот Игнатьич наши ворота откроет. Вон он подъехал на своем фургоне. И целый вагон. Ну что, сейчас мы тут развяжем, снимем цепочку, замочек у нас тут. Знаешь, Маныч, там палка еще. Знаешь, Маныч, там палка еще. Мир тебе, Роман. Не надо, наверное, не открывать. Мы откроем сейчас, да и все. У нас ограда-то длинная. Запятит. Вот приехал Роман Малыш со своими вещами. Но если ему туда во двор, вот, он бы мог бы заехать там. Верьте, Роман. Да, да, там Славик. Слушай, иди, посмотри на него. Да не, вот так. Поставим здесь. Корона. Убери вот так, поехали. Сейчас свяжем с барабашом. Ну, барабаш, поехали, что это? Ну, он там посмотрит, обещал посмотреть это дорогу. Это в случае чего, так вот сюда, вот сюда. Вот по этой дороге, это было все так, что ли? Да, так. Ну, и все, то вперед проедешь, что ли? А назад, то, чтобы ты, опять же, выдавить. Ну, давайте там. Давай. Ну и все, встретились. Будем заезжать сейчас сюда, как он там. Посмотрим. Ну все, Москва, это не рядом. Ну да. Вот это да. Долго собирался, говорит. Долго, говорит, собирается русский человек на войну, говорит. Да крепко. Целый вагон у него. Ну конечно. Ой, все так. Куриц отсыгивается. Перевозками сказать, кому надо там. Ну, у него там что-то с эту машину он хотел продавать, наверное, товарищи ему. А проехать-то надо северным Сангалом. Погода-то позволяет потом. Thank you.
Добрый вечер. Добрый вечер. Что, заедет? А? Заедет? Не знаю. Ро! Поедет назад. Он не будет ставить? А? Он не будет ставить? Не будет? Нет. Ну, тут все ставим. Все. Мы хотели поставить. Домой поехал. Куда поехал? Даже говорит, чаю не попьет. А? Даже говорит, чаю не попьет. Поехал. Это непонятно для меня даже, что он хочет развернуться, так поставить. Наверное. Нас, да? Наверное. Ну, тогда он может здесь поставить. Это понятно теперь. Он сейчас вперед проедет, туда он сдаст. Туда. А то он на элеватор подался. Сейчас он назад выйдет и по улице, а потом там вывернет, как любая машина. Я тогда закрою здесь пока. Ага. Ничего больше не будет, все, выключай. Ладно. Вот будет видно. Что это? Угу. Что это?
Слава Христу. Вот приехал малыш сегодня на огромной машине. Вот она машина стоит. Долгуша, почти что. Ну, он сейчас свое привез. Это почти из Москвы они ехали. Потеряевку. А дороги-то, наверное, и нету. Посмотрели, какая погода. Там он проверяет. И Роман решил ехать сейчас ночью. 10 час только еще вечера 3 ноября. Товарища, это как звать? Я забыл, я даже. Вот он пошел проверить. Все проверил. У него еще на фуражке огонь горит. Да, да, да. Фонарик. Как у шахтера. Вот у вас все указано. Какой год, месяц, число, время, час, минуты, секунды. Да ты что? Да, в углу. А я дальше смотрю вот это вот. Видно наш столб. Вот здесь вот столб. И дальше я гляжу, какое-то дерево рядом растет. Ты видишь, машину заслоняет. Что это такое? Тебя машина заслоняет. Ну вот, вот, вот около столба он там сидит. Этот человек. Рядом со столбом вон белая полоса, вертикальная тоже. А-а-а. Я подумал, береза. Как она могла посреди дороги оказаться? Угу. А это сосулька оказалась? Косулька, да? Оказалась. Но когда она в маленьком масштабе, то она прям до земли, видно, достает. Там не видно. Это когда машины-то нет, она прям как будто... Она, главное, здесь показывает и вот здесь показывают. Вот, то есть, ага. Данные. Вот они сейчас там шевелятся и, видимо, тронутся. Так, а там-то он показывает и справа тоже. Ну да. Одно и то же. Надо же, вот какая штука, техника. А Роман пробился все-таки через Урал. Я ему говорил, там нехорошее место. Все. Мы сидим в комнате. Вот видно, они там что-то шароборятся. Оставлял ночевать, не остаются. Решили сейчас ехать. Что там это, снежок идет? Нет, не было. А что тут мельтешится? Да кто его знает. Ну, видно, что-то летят пушинки. Ну, может быть, что-то, я не знаю. Это больше на какие-то как... А? Это больше как не на пушинки похоже, а на какие-то, я не знаю, пылинки какие-то. Нам-то главное вот эта вот машина. Думаю, как тронуться, посмотреть. Он два раза обошел. Второй. Вот как придумали. Машина едет из Москвы.